Субботник, урок патриотического воспитания и доброе дело – все в одно время и в одном месте. Волонтеры Победы и серебряные волонтеры подготовили аллею памяти погибших в локальных войнах ульяновцев к зиме. Очистили ее от листьев и веток. Также молодому поколению рассказали о подвигах павших солдат. Воспитывать молодежь, наверное, вот, чтобы вот они приходили и помогали здесь выбирать. То есть тем самым они вживую сталкиваются с именами ребят, кто выполняет свой воинский долг. Такие же молодые ребята, кому было по 19 лет, когда первый чеченский, кому по 20, кому взрослые. Те же самые мальчишки, но когда им выпала воля защищать государство, границы, взяли в руки оружие и с честью выполнили долг. Это был заключительный субботник волонтеров Победы в этом году. Их возрастные коллеги с огромным удовольствием согласились помочь убрать аллею памяти. Активисты признаются, для них это прежде всего память и уважение к предкам, к победителям. Они помнят тех, кто сражался за мирное небо над головой и активно помогает тем, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине. В свою очередь хочется сказать то, что молодежь активно включается в данную работу, чтит память, и хочется сказать то, что очень радует то, что мы все вместе, независимо от возраста, тут и студенты собрались, и добровольцы серебряного возраста, то, что мы все вместе делаем такие субботники, не все организации, с нами подключились еще студенты, к нам подключились активисты колледжа государственной муниципальной службы и градостроительства и права колледжа. Серебряные волонтеры выиграли грантовый конкурс. Весной будут установлены новые таблички в едином стиле для всех героев локальных войн, а также снят фильм с ветеранами. Мы будем снимать фильм «Время выбрало нас», где участниками станут 12 ветеранов, ветеранов боевых действий, локальных войн, в которых принимала участие Россия. А в рамках данного фильма будут сняты сюжеты о том, как наши ветераны проводят добрые уроки и работают с молодежью в муниципальных образованиях в городе Ульяновске. Часть данного патриотического воспитания у нас будет направлена на то, чтобы поменять таблички на аллее ветеранов локальных войн. Аллея памяти погибших в локальных войнах была создана в 2005 году по инициативе боевого братства. На зеленом склоне было посажено 98 березок – память о погибших ульяновцев. Около каждой березы установлены таблички с именами и датой гибели наших ребят. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.